Мы рады вас приветствовать на нашем незапланированном открытом уроке. Нас сегодня вроде не полное количество. Вот. Мы с вами посмотрим сегодня открытый урок. Он будет у нас не как открытый урок, а больше как рабочий процесс. Вот. То есть там будут замечания. Вот. И мы будем во время урока их, естественно, исправлять. Вы готовы? Ручки на поясе. Ножки в первой позиции, пальчики собрали. Готовы, встаем с вами на бок. Вперед! Разули!
родители, мы вам покажем. Мы умеем маршировать, высоко коленки поднимая, да? Готовы? Приготовились. Встаю, вступление. Ручки у нас с вами в сторону. Сейчас они по прямой будут идти и делают сейчас
Вперед. Правая ножка, левая ножка. В своем темпе, никто никуда не спешит, да? Первый закончили, вторые начинают. Понятно? Готовы? Давайте. Обратно давайте. Выпрыгиваем наверх, притягиваемся и садимся вниз.
самое сложное, дети, какое у нас упражнение с вами, которое вы не очень любите делать? Крокодильчик. Крокодильчик, молодец, Маша. Ну-ка, легли в крокодильчика. Пошли. Ручки были сильные, чтобы мы могли в маске стоять. Мы стоим вот так, ножки вместе, не надо ложиться. Вот идем. Пошли. И папа не должна вилять, как змея. Ровно, вот. Отлично. Идем, ползем, ползем, ползем. Поставили сзади. Спина какая? Ровная. Ровная. Ровная, прямая. А вот Наталья Викторовна еще говорит, спина как у что? У чего? Где? Вот рядом с чем мы можем сидеть с ровной спиной? Молодцы. А поднимите руки, кто кому уже один раз получилось посидеть у стенки. Ну вот Лизе с Дашей, то есть реально получилось один раз посидеть, да, ну хоть на гимнастике, когда ходили, да? Вот там спинка хорошо, у стенки работает. Вот так не расслабляется, плечи как не поднимаются. Сразу все принцессы стали, ну-ка корону надели на пол, раз, и все, и целое занятие сейчас на коврике держим эту корону. Один шаг вправо-влево, все, она уже упала, уже не королева. Ручки поставили, готово. Ножки натянули на себя. На готовы носочки. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По очереди. Раз, два, раз, два, раз, два. Спинку какой ширины? Вот. Носочки. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Наклонились, выросли, раз, ровно спинку, вытянулись. Еще раз, два, еще раз, два. На краешек сели, сели в поезд. Поезд отправляется. Гости задают, не поехали. А обратно вернулись, сел поезд, сели поезд. А теперь я каждому из вас в гости еду. Поехали. Отлично, молодцы, ножки у себя. Легли на спинку. На спинку легли. Ручки положили на коленочки. И тянемся, пяточки ближе к себе. Вот. Еще, еще. Хоп. Бежим, бежим. Лежим, лежим, лежим. Молодцы. Хорошо. Сели на пол. Ручки подняли наверх. Ножки также в бабочке. И наклонились вперед. Тянемся. Еще, еще грудную клетку кладем наш. Вот. Лежим. Хорошо, молодцы. Легли на животик. Легли на животик. Легли на животик. Лягушку. Сложное упражнение не у всех пока получается. Но у кого не получается, иду помогать. Иду помогать. Вот здесь самое важное, чтобы
от коленочки до коленочки вот так была ровная линеечка. Вот так. Оп, наоборот, вперед. Вот так. Дальше. Давай, Настюша. Оп. Вот, еще раз. Вот так. Вот. Держи. Молодцы. Лиза, ты что, всегда делаешь, что-то не получается. Давай. Давай. Оп. Еще. Молодцы. Хорошо. Отлично. Ножки вместе собрали сзади. Встали на четыре. Прогнули спинку. Раз, прогнули. Сделали горбик. Два. Опять прогнули. Сделали горбик. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Молодцы. Семь. Спрятались. И опять вылезли. Раз, прогнули спину. Еще. Спрятались. И сели. Отлично, хорошо. Ножку правую сзади вытянули. Правую ножку вытянули. Вот так. Подвиньте сюда. Оп, молодцы. Поднимаем назад локтем. Раз. Собрали. Другая. Раз. Молодцы. Еще раз. Аккуратно. Раз. Еще раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Молодцы. Легли на живот. Лежит на животике. Ручки здесь. Вытягиваем локоточки. Не прогибаемся. Делаем русалочку. Оп. Еще гнусь через палочку. Спрятать. И еще разочек. Растянусь туда лопаточками. Вот. Опустим. Ножки согнули. Давайте, Наталья Викторовна, уже не можете колечко делать, а вы можете колечко пошли. Еще это корзиночка, колечко головы. Вот. Животик лежит. Отлично. Опустились. Легли, отдыхаем. И последний раз. Раз. Хорошо. Опустились. Давайте корзиночку. Только уже взрослую корзинку. Помним, высоко поднимаем плечи. Еще, еще, еще. Опа. Вот так. Хорошо. Опустили. Опустили. Стоп, так, так, без звука. Раз. Хорошо. Молодцы. Опустились, ножки собрали, ручки собрали. Так как мы уже с вами взрослые, да, ребятки, которые перед вами, им 3 годика. Они не умеют делать это, лодочку, а мы умеем. Мне нужны высокие ручки и высокие ножки. Вы готовы? Собрали пяточки, собрали ручки, замочек. Поднимаем лодочку высокую. Раз. Держу. Два. Три. Опустили. Четыре. Еще. Раз. Держу ножки вместе, Женечка. Вот. Опустили. И еще. Раз. Отлично. Опустили. Ну, а теперь самое сложное, родители. Вы не переживайте. Вам покажется, что это будет очень страшно, но ничего опасного тут нет. Давайте-ка живую лодочку качающуюся. Оп! Качается лодочка. Маша, давай вот так. Вот. Вот. Вот туда же Сенька, прям до идеала уже. Скоро переворот будем уметь делать. Хорошо, молодцы. Закончили. Закончили. Коленочки. На коленочки. Самое страшное упражнение. Я сейчас пойду. Ручки поставили. Гнемся, Машуля, я иду к тебе. Давай, давай, давай. Оп. Отлично. Опустились, да. Опустились, отдыхаем. И еще разочек. И раз. Опустились. И последний раз. Хорошо. Опустились. Отлично. Ножки полушпагатик сделали. Про полушпагатик. Кто может шире, шире открывать. Носочки натянули. Настюш, попку посади. Пока сидим. Смотри на ребят. Не поперечный, полушпагатик. Наклонились в правую сторону. Раз. Два. Три тяну. Четыре. Пять. Шесть. Семь.
ножки широко раскрыли и поднимаем наверх. Раз, головка. Опустили. И еще раз. Опустили. И последний раз. Опустили. И раз. Опустили. Ножки вытянули, легли на спинку. Правую ножку взяли за пяточку и тянем к себе. А я иду помогать. Тяну. Еще, еще, еще. Хорошо, молодцы. Вот. Еще. Вот здесь ножка должна быть. Вот. Хорошо, поменяли. Другая ножка. Еще, еще, еще коленочку сюда. А это выпрямляй. Вот. Держу, 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 пытаюсь. Молодцы. Отлично. Ну, а теперь сели мне, пожалуйста, на правый шпагат вместе со мной. О, прям как у Натальи Викторовны. Ну-ка. Оп, сидим. А ручки в стороны. Сидим. Ну, кто не может, неси. Ого. Хорошо, не буду мучить сегодня. Все, на левую скорей. На левую скорей. Сижу на левой. Раз, два. На левой более-менее все почти сидят. Ничего, сидим. Молодцы. Отлично. Молодцы. Шпагат нужно репетировать. Хорошо. Поперечный шпагатик. Оп. Давайте, давайте, как мы договорились, что нужно поставить на пол? Вот, правильно, Машечка. Отлично. Ну-ка, колени вытянуть, это что такое? Вот твой шпагат. Вот так. Еще раз скрещу ножку. И вперед. Помнишь? Ровно коленочки смотрят, носочки. Все, сошли. Ножки вытянули. Поднимаем ножки наверх, березка. Самая высокая березка. Ну-ка. Оп. Стою, держу. Опустились. Оп. Опустились. И еще разочек. Оп. Стою, держу, держу, держу. Березка ровная у нас, а не кривая какая-то. И обратно. Оп. Молодцы, хорошо. Теперь пытаемся без рук. Вы же мне на этом уроке говорили. Ну-ка. Отлично. Опустили. Закинули ножки в сундучок. Раз. Закинули ножки в сундучок. Сейчас родители посмеются. Ну-ка, достаем, достаем до пола. Молодцы. Вернулись грустные. Грустные. Родители, вы верите, что они грустные? Мне все. Хорошо. Закинули ножки в сундучок. Вернулись смешные. Закинули обратно. Вернулись голодные. Голодные. Что-то я не верю, что вы голодные. Ну, шоколадка вкусная, да? Закинули обратно ножки в сундучок. А теперь самые эффективные эмоции. Вернулись злые. Закинули обратно. Вернулись хитрые. Хитрые. Хорошо, мать. Ну и давайте-ка закончим мостиками. По очереди будем делать. Садимся на попку. Мостик. По очереди. Начинает с Лизы. Лиза. Аккуратно. О, молодец, похлопали. Хорошо. Лиза, давай, Михаил. Оп, молодец, отлично, дошли, давай. Не торопитесь, аккуратно. О, хорошо, давай. Не-не-не, вернись, опустись обратно. Давай ручки качественные поставим, вот так. И теперь поднимай, еще. О, молодец, хорошо. Давай, кому-то я буду подходить, кому чуть-чуть. Вот, вообще супер, давай, Алин. Давай. О, не на голове.
Давай, Машуля. Отлично. Давай, Кусь. Отлично, хорошо. И Настюша, давай. Еще. Оп, молодец. Чуть-чуть тяжеловато, но через время получится. Хорошо будет сама стоять. Давай, Машуль. Крепкие ручки. О, отлично. А теперь все вместе поднялись на наш мостик. И покажем родителям нашу подготовку к перевороту. Качаемся вперед-назад, на ручки, на ножки качаемся. Вот. Опустились. Молодцы. Свернули коврики, принесли ко мне сюда. Оп. Ну, в следующий раз. Мы пока еще не готовы. Давайте колесо сделаем. Родители. Отец! Молодцы! Отлично! Ну давайте встаем с вами сюда, делаем колонку на колесо. О, сейчас я буду турникет полностью. Сейчас будет так весело, родителям понравится, тоже захотите. Два шага назад, раз, два. Это самое любимое у нас упражнение. Готовы? Помним, за что меня надо брать? Да! Я сейчас посмотрю. Давай. Ой, Маша. Давай. Наклоняйся вниз. О, туда. Вот. За ручки вот так. Опа! Вот твое колесо. Ноги раскручили. И сюда перешла. Молодец. Следующий. Туда. Туда. Так. Оп. Вот. И обратно. Давай. Ты еще быстро. Ну давай, ныряй. И стоп. Подожди. Вот она уже сама пробует. Вот этой ножкой мах туда наверх. И раз. Вот, да. Следующий. Женя. Следующий, давай, Женя. Мне пусть не нарисовать. Ручки вот так. Нет, крепко. Вот. И вот это. Нет, другой. Вот это. И раз, вниз. А раскрой ножку, шпагат. Вот. Покажи маме шпагат. Оп. Молодец. Следующий. Давай, Машуля. Стой. Подожди. Сейчас я вместе с тобой упаду. Вот этой ножкой резкий мах. И раз. Вот. Молодец. Следующий. Давай, Настюш. Так, сейчас все остальные не будут делать колесо, если будем болтать. Вот этой ножкой резкий мах. И раз. Коленки прямые. Вот. Молодец. Это вот то, что я сейчас делаю, это такая маленькая подготовка. То есть вот я им даю возможность, подожди, стой, я тут договорю, сейчас и сделаем. Это маленькая подготовка им, чтобы они понимали, какой наклон мах делать, как переносить себя. То есть я вот как, мои ноги, это их руки, грубо говоря, сейчас. И раз, так, вот кто у меня такой резкий тут? Кто у меня, Даша? Ну-ка, давай. Вот, наклоняйся вниз. Вот так. Боком. Вот этой ножкой резкий мах. И раз. Вот. И перекатись. Давай. Наклоняйся. Так. Боком. Вот этой ножкой резкий мах. И раз. Опа. А раскрой ножкой шпагат. Вот. Опусти. Хорошо. А теперь. Давай. А все остальные готовятся. Сейчас сами будете пробовать. Да. Потому что все-таки стопы тоже надо тянуть в танце. У нас на готове два танца, которые мы разучивали.
Один из них это лягушки, которые они на Новом году танцевали. Вот сейчас мы их и станцуем. Встаем на лягушек, а после этого на ангелочках. И все, Наталья Викторовна закрывается, не подсказывает, какие рисунки, кто куда бежит, что делает. А я сейчас посмотрю. Чуть-чуть мы там изменили, родители сейчас увидят. Поднимаем. Один здесь уголочек.
Вот здесь. Что нужно сделать? Сразу заранее спрошу, чтобы получилась вот эта пробежка между друг другом. Вниз опуститься, сверху поднять и только потом меняться. Натяну ткань. Да. Вот я сейчас смотреть буду. Сели. Раз, два, три. Сегодня у кого-то пары нету, ничего страшного, да? Викуся и Настюша, вы сами сегодня. Готовы? Ну, давайте. Ой, мне интересно, как концовку они сделают, да? Ну, я вам подскажу. Ладно, так не уж. Надо подсказывать. Не надо подсказывать. Не надо. Хорошо. Надо. Все, сидим. Как тебе сказать, что я люблю? С ветром за руку Шикарно. Молодцы, встаем с вами на поклон. Да. Первая позиция. Красиво. Еще развернули носочки. Пальчики собрали, склеили. Готово. Красивый поклон мы родителям сделаем. Давайте я с вами вместе. Открыли ножку. Раз. Перешли. Два. Стою, не трясусь. Закрыли. Три. Присели. Четыре. Открыли. Раз. Закрыли. Два. Закрыли. Присели. Похлопали.
блокнотики обратно. Убрали блокнотики обратно. Я забыла. Подождите. Я забыла. Вылетела моя с головы. Ну-ка, давайте сейчас красиво с вами встанем вот здесь.